феврале и в марте в Иерусалиме и в Бейт-Джамаль пройдет второй фестиваль «Музыка на экране и на сцене». Это мультимедийные музыкальные шоу с участием талантливых израильских артистов. Классическая музыка и песни знаменитых фильмов, аргентинская танго и джаз, бардовская песня и французский шансон – все это в сопровождении фрагментов из фильмов и опер в программе трех концертов, которые состоятся на разных сценах.